Данные вафли производятся в Австрии и являются национальным продуктом от фирмы Маттер. Некоторые из этих вариантов можно купить в Москве, но не конкретные. Стоят они где-то 3 евро за пачечку. Здесь указан состав, энергетическая ценность на упаковке на нескольких языках, собственно, кроме русского и даже английского. То есть проще почитать на чешском, итальянском, либо немецком. Упаковочка плотненькая, закрывается специальным образом, как вы видите. То есть это, в принципе, удобно. Вес 200 грамм, состав более-менее адекватный. Все указывается в нем. А, да, не 200, 300 грамм. Простите. Вкус тоже достаточно приятный. Смотрим упаковочку. Внешний вид у них прямоугольные, покрытые глазурью. Внутри несколько слоев вафель, начинки и миндального марципана. Он ощущается слегка больше в запахе, чем во вкусе. Возможно, не всем понравится эта отдушка. Структура у них плотная и хрустящая. Ломаются легко, но на такие не очень ровные кусочки. Есть приятно, приторности в них нету, но и они не слишком мягкие. Спасибо вам за внимание. Ждите новые. Обзоры будут еще.